13 сентября, 6:20 утра. Я вчера приехал поздно, сюда уже стемнело. Дождь меня поймал немножко, я замерз. Приехал сразу, начал сушиться здесь в машине, включил мотор, завел, обсушил все. Сейчас еще сохнет кое-что. Ну, я думаю, уже подсохло, наверное. Обработал видосы вечером и утром уже. Уже встал где-то до 6, как начало светлать. Солнце еще не встает. Сейчас позавтракаю, перекушу. Сделал гимнастику небольшую и планирую поехать на гору. Надеюсь, дождя не будет. Хоть бы с дрона снять небольшие съемки. Потому что, я думаю, больше гор не будет, которые я буду подниматься. Это единственная гора, 2 километра. И уже потом дальше еду. Пол восьмого. Я поднялся наверх. Ворота внизу были закрыты, потому что написано, что в 8 открывается. И я там знак видел наверху, что подъем на гору 26 километров. А я-то думал, километров 5. Потому что подъем легкий для велосипедистов, и можно далеко ехать. Получается, я зашел сюда вообще не без разрешения. И, во-вторых, мне кажется, там платно даже, там какая-то касса на въезде. Я, конечно, не успею до 8 вернуться. Но здесь туман вверху. Сейчас запущу дрон, попробую подняться высоко. Может, там это туман заканчивается этот. Здесь никого, и здесь холодно. Я по трассе ехал один совсем, и пустая трасса, как будто для меня. Но после 15 километра холодно стало. Я замерз, даже в перчатках у меня руки замерзли. Сейчас. Я мотор заглушил, еду. Там спереди молодой медведь гуляет. А если мотор работал бы, он бы убежал в кусты. Сейчас попробую подъехать поближе. А вдруг там мать его рядом. Вот, вот такие вот олени здесь водятся. Внизу вот ущелье, по которому я вчера там, вот по той стороне реки я там ехал. На юг купаться в источниках. На той стороне видно вон снежные вершины чуть-чуть. Я думаю, я дальше буду ехать, я еще больше вершины увижу. Получается, я был на высоте 2 километра, а моя птичка поднялась на 2,5. Но там она видела буквально маленькое окошко, через которое она могла немножко видеть. Здесь немножко попрозрачней. Сейчас хочу пустить птичку здесь немножко. Здесь музей железнодорожной техники. Вот пару поездов стоит и все. Там внутри здания, может быть, что-то еще стоит. Заезжал я сейчас в Тим Хортон, загрузил карту немножко, загрузил пару шортсов на YouTube. Сейчас вот показываю вам это речку возле этого города Ревельсток. Вот поезд остановился прямо на железном мосту. Сколько веса выдерживать должен этот мост? Здесь люди спускаются на машинах прямо на речку. Можно ночевать прямо здесь, у речки на берегу. Но здесь шумно, вон какая трасса номер один. Много машин, много туристов. Почти 10 часов, я покидаю это место. Долго, блин, длилось это подъем на гору. Вроде здесь кажется, ну что тут вот, подняться здесь наверху
наверху и не, буквально, может быть, пару километров. Потому что я в Германии у нас тоже поднимался почти на 2 километра. И там есть трасса, она может быть максимально 5 километров. А здесь такую длинную дорогу сделали, ну, чтобы, видать, наверное, специально велосипедисты или пешеходы могли легче подниматься вверх. Выехали за город. Знак стоит Банф 286. Идется ремонт дороги местами. Поэтому приходится изредка останавливаться и ждать. Я приехал на точку, называется Илис Ливвит Кэмпграунд. Ну не кэмпграунд мне нужен был. То, что здесь можно увидеть глетчер. Вот здесь я нахожусь сейчас, паркуюсь на трассе. И можно сюда кэмпграунд там паркануться и пойти глетчер смотреть. Номер 9. Глетчер. Туда и назад 8,5 километров. Высота 320 метров. 2,5 часа туда идти. Но я думал, туда пешком, туда ехать нельзя. Пешком туда пройтись, пустить птичку. Мне сказали, конечно, в парках нельзя запускать птичку, но где-нибудь в сторону я запустил бы глетчер, это посмотреть бы. Но так как на улице пасмурно и облака низко, то я не думаю, что я что-то увижу. Потом здесь показывают все большие горы в округе. Вот они. Тут я сейчас нахожусь, вот парковка. Вот он глетчер, куда можно идти. И вот высоты. И самая большая 3377 метров. А остальные уже пониже. Проехал буквально, может быть, километр и остановился на месте, называется Роджер Пасс. Тут памятник. Вот здесь пушка стоит, парковочка. Тут можно остановиться, отдыхать. Это выглядит как перевал. Но я нахожусь все равно среди гор. И вот такой вот памятник Канады. Здесь вот карта внизу находится, показывает дорогу от Пацифика до Атлантики. И автобан здесь построили в 1962 году. Но первый здесь был человек, который работал на железную компанию, и он проходил эти горы, искал хороший путь. Он проходил в 81-м, 82-м, и он не закончил, надо было возвращаться. И потом где-то в 85-м проложили уже дорогу железную. Она там внизу проходит. Теперь уже проходит здесь автобан. Здесь вот показываются территории канадские, всякие провинции, знаки. Там спереди вроде водопад видно, но очень далеко. Вот сейчас опять я хотел пустить дрон, посмотреть здесь место. Водопад, может быть. А на улице моросит. И ветер сильный, что-то здесь наверху. И вообще ничего неохота делать. Что-то здесь полиция патрулирует. Вроде вышка, и вот тут вот несколько машин туда-сюда ездят. Даже на мотоцикле. Сейчас там один на мотоцикле тормознул одного. Наверное, быстро ехал. Нифига себе, на мотоцикле мент ездит здесь. Холодно. Спускаемся в долину небольшую, вон какие горы. Я так думаю, за этими горами уже начинается Альберта. Где-то на пике этих гор граница. До Банфа еще 175 километров. Продолжаем спуск среди таких гор. Ну теперь я насмотрюсь гор. Прилично их здесь. И долго едешь. Что-то весь склон, наверное, обрушается. И его зачищают. Сыпется, наверное. Блин, подъемы хорошие. А мы едем по мосту сейчас, получается. Вон спереди, если видно. Какое-то оборудование, какое-то крепление. Арматуру крепляют, варят, наверное. Вот здесь такой вот наклон. Дорога наклоняется вовнутрь, чтобы при большой скорости можно было нормально ехать. Здесь взяли скалу, раздробили. А что здесь, новые трассы, что ли? Вот такие столбы. Я такие знаю, когда вот где горы прямо или лавины вот такие вот примерно ставят.
А здесь прямо такой вот отвисающие столбы, и на них крепляют сетки. Сбоку тут обрыв такой, елки-палки. Я не знаю, какая там пропасть, не видно. Лес везут. А вон дорога идет. Спускается и опять поднимается. А куда мы продвигаемся? К мосту. А тут вон такие пропасти, да ужас какая. Ну красиво. Я, может быть, пожалел бы, если бы не поехал этой дорогой. Такой вот мост длинный, поворот, с поворотом. И получается, это ведет вот на такой вот каменный остров. И каменный остров прорезан посередине. Как фундамент для моста. Вот он, прорез. Какие горы. Какое здесь пространство. Так, мы сворачиваем на достопримечательность. Сходим с трассы. Приехали на точку, называется Натуральный мост. О, здесь и туристов, здесь и много. Короче, здесь скала. Сейчас посмотрим с другое место. Скала делает мост. Вот это вот как будто мост. Вода вот так вот бежит, и здесь она вот проваливается в ущелье, туда. И идет вот под эту скалу. На мост, созданный природой, и он треснул посередине. Когда-то, наверное, треснул. Вода его размывает. Было написано, если я заезжаю на эту дорогу, посещать какие-то места, мне нужен иметь какой-то пас. Но у меня еще нету, рискую получить штраф, поэтому я быстро отсюда сваливаю. Проезжать через все парки можно, но если останавливаешься что-то смотреть, нельзя, надо иметь пас. Такая глупость. Так. И здесь мы заезжаем в Альберту. Вот. Welcome to Alberta. Здесь как раз вот граница проходит по этим макушкам гор. Ну, мы сейчас на них находимся между горами. Сейчас здесь дороги расходятся спереди. Направо идет на Банф, а налево идет 93-я вроде. Я на нее позже поеду. Это в сторону Red Deer туда. Я хочу там одно озеро посмотреть. Это моя главная цель. Потому что последний раз я промахнулся. Я не доехал до него. Приехал я в Лейк-Луиз. Уже почти 3. Сейчас я пообедаю чуть-чуть. Такая вот у меня рыба. Копченая. С фасоли. Ну, что-то мало положено. Неполная консерва была. Экономят. Такой вот бутончик. И потом сзади меня находится визитор-центр для туристов. Информация. Узнаю, что куда. Искать место где-то здесь, или ехать в Банф и там искать место, парковку для машины. Потому что везде расстояния большие. Я сейчас нахожусь тут вот, Лейк-Луиз. Хочу в Банф съездить еще. И у меня вот по этой трассе, вот сюда я хотел посетить горячие источники, Радиум. Здесь платно, $16. И еще дальше вниз есть бесплатные источники. Ну, там где-то 80 км. Короче, до сюда 100 километров до платного, а до бесплатного 200 километров. Если я поеду туда завтра, это 400 километров наматывать. Да уже и холодно, что-то температура показывает 10 градусов на мотоцикле, что-то холодно. У меня нету теплой одежды. Поэтому я вот думаю, отменить это горячие источники и оставить на будущее. Я уже искупался. Один раз хватит, поэтому я поеду завтра в Банф. Сегодня съезжу на озеро, кемпинг немножко там, погулять по этой местности на мотоцикле и все. А уже потом отсюда я тронусь на машине, поеду сюда наверх, паркану здесь машину и поеду в Джаспер на озеро одно. Там вверху тоже где-то 150 км туда, 150 назад, короче, минимально 300, и потом по этой 11 трассе поеду в Red Deer к знакомому. Так выглядит здесь информация.
сделана искусственная скала. Представляются животные, медведь, горные козлы. Вот такие вот всякие. Медведи я видел, но они все черные. Пока были, не было никакого бурого, никого. Выходим вот сюда вот. Сбоку здесь туалеты. Интернет слабый вообще. Кое-как карту открывает. Здесь даже не стоит ничего насчет Ютуба делать. Приехал. Здесь все полно кемперами, елки-палки. А вот непонятно, они здесь ночуют или просто стоят. Мне надо найти хорошее место, где я могу скинуть мотоцикл. Мне контролеры сразу сюда направили, а здесь полный парк, все полным-полно. Я пока не вижу хорошего места, но тут можно, а потом слишком высоко мотоцикл я не выгоню в гору. Вот это вот неплохое место, вот это вот рампа. К ней подогнать прямо, и не надо даже доску использовать. Вот так я сейчас сгоню его, поставлю. Потом отъеду на машине, поставлю на 5. Пятый час, я приехал в Лейк-Луиз, парковка. Офигеть, уже осень, середина сентября, а людей здесь столько много. Людям холодно, но все равно прутся. Я сюда на машине решил не ехать, потому что, понятно, парковка платная. Вон, я не знаю даже, сколько стоит здесь. Могу посмотреть, конечно. $21 на сутки. Там выбора нету. Приезжаешь и... Даже если на час приехал, все равно плати на сутки. Дороговато, $21, офигеть. Ну, конечно, это самое такое вот место, можно сказать, в Канаде. Банф и его районы. Вот здесь от туристов. Мне кажется, это почти номер один. Номер один, мне кажется, будет Банф. Вот здесь люди фоткаются, офигеть. Сколько же людей. Температура уже не летняя. Он арендует байдарочки и катается. Можно прокатиться хорошо, сделать хорошую фоточку. Снег вверху лежит, там где-то 2 километра или больше. А я даже не знаю, на каком уровне мы сейчас. Мы сейчас точно, может быть, даже 0.5 километра на высоте над морем. Цвет воды видно. Если туда фотографировать, то отражает слишком сильно. Подождем, может быть, солнце сядет. Может быть, будет лучше. Присел отдохнуть немножко. Хотя я даже не ушел. А, присел подумать немножко. Тут и трейл, тропинка ведет, говорят, 5 километров. Если я пройду 5 километров вдоль озера, если это вдоль озера, и там где-то в конце, может быть, дрончик пустить, чтобы заснять вот эти вот снежные горы. Вон там они. Если получится. Не получится, развернемся. Никогда не слушаю внутренний голос. Он же сказал мне: не надо одеваться так тепло. Ты будешь гулять и ехать буквально чуть-чуть. Все, дошел до конца озера. Теперь надо идти немножко вверх. И... опять потом вниз. Ну, блин, я смотрю в гору. У меня же голова кружится, как здесь резко отвесная скала. Так, идешь, идешь. У тропинки здесь отвесная стена. И вот такая вот. Офигеть. Главное, чтобы никакой камень не пролетел сверху. Снег тает и текет сюда весь в озеро. Вот. Выхожу на ущелье, а здесь сквозняк. А я разделся вон до шорт. И в маечке. Прохладненько так идешь здесь, если сквознячок. А, речка подмывает мостик, сейчас провалюсь и буду купаться. Это песок здесь? Глины вообще не видно. А почему вода такая вот, какая-то такая вот мутная? Быстрее в лес надо, там нету ветра. Речка превращается в горную речку. И также тропинка поднимается в гору. То, что было у речки, воду потрогал. Блин, какая она холодная. 10 секунд, я пальцы не чувствую уже. Сейчас подожду, солнце садится. Дальше не пойду, потому что все время в гору идет почему-то. А до туда еще, может быть, километр, я не знаю. Еще в гору переться нафиг не надо, у меня сейчас дрон пролетит.
не был рядом с большими горами. И до сих пор мне хватало поднимать его на 500 метров высоту. И у него почему-то ограничение. Может быть, у этого дрона, в общем, такое ограничение 500 метров в высоту. Но улетать от меня он может на любые расстояния, пока связь не прервется. Написано, что до 10 километров. Но я один раз тестировал, 4 километра уже связь прорывалась. Смотря где ты стоишь, на горе или где-то в ущелье. Короче, я долетел почти до горы и начал снимать. Вы видели картинку. Чем ближе к горе, тем меньше я вижу верхушку снежную, потому что он ближе поднимает, а он свою камеру он поднимает на 90 градусов вверх, ну, а выше нет. Она у него двигается только немножко, и все. Это у дорогих дронов, там они могут выше подниматься и камеру крутить сильнее выше. А я вот с таким столкнулся, что... Это единственное, если бы я пошел бы дальше, еще поближе, ну, поднялся бы, может быть, на сотню метров выше и, может быть, подлетел бы так же к горе и уперся, потому что я заметил, что гора очень высокая. Снег высоко лежит. Он лежит выше, чем 500 метров. Чем ближе я... Потому что я, если смотрел на камеру, камера смотрела прямо, то я просто смотрел в стену, отвесную стену. А еще не было даже того наклона, где снег лежит. Короче... Далеко. Уже холодает. Я уже оделся немножко, да, и то чувствую прохладу. Зато свежий воздух, руки мерзнут. Пока я до машины доеду, будет уже темно. 27. Сейчас начнет темнеть уже. Тут столько родников, везде бежит. А я забыл, положил в машину свой замеритель, чтобы замерить, как чистая вода или нет. Да и бутылку с собой не взял, чтобы набрать немножко. Охота немножко с этих гор взять чистую водичку. Решил потанцевать у меня в кадре. Канадский дятел выглядит по-другому немножко, конечно. Зачем я так далеко перся, когда отсюда такая же картинка? Разницы почти не вижу. Ледник тот же самый. Ну, хотя это не ледник, это снег. Может быть, там ледник, не знаю. В Альберте заправка здесь... 152, 87. Я проехал от заправки буквально пару километров. У меня руки уже замерзли. И я удивляюсь, что здесь так холодно. Потому что вчера было не так холодно. Оказывается, вот этот городок Лейк-Луис, он находится на высоте 1600 километров. И озеро, где я гулял, примерно на высоте 2000 метров. Ночью будет здесь сейчас 3 градуса. А утром в 10 часов, если я хочу выезжать, будет примерно 8 градусов. Блин, это холодина. Не знаю. Я хочу в Бенф съездить на мотоцикле. Туда 55, назад 55. Ну, примерно где-то 110-120 километров. Там по городу еще покататься, посмотреть. Машину лишний раз не хочу гнать, лишние 120 километров. Ну и там проблема с парковками может будет. Раз она уже здесь стоит, пускай здесь стоит. Потому что мне потом опять туда. Завтра Бенф это на юг. А потом вернусь вечером, ну, смотря, когда вернусь, если еще будет время, я поеду на север, еще, не знаю, сколько, сотню километров или больше. Все, сейчас пьем чай. Ой, какой там чай? Водичка. Согреемся так-нибудь. Машину включу, согреемся немножко.